Специальное предложение дня «Шиншилла». Забирайте прямо сейчас огромное двустороннее двуфактурное покрывало-одеяло со скидкой почти 50%, которое действует только сегодня. Успейте забрать из прямого эфира беспрецедентное предложение «Ваш любимый лот». По суперцене 4 покрывала пледа, бесплатная доставка. Ну что ж, такое покрывало, конечно же, создаст уют в вашем доме. Окутает его теплом, ну и, конечно же, создаст поистине богемную роскошь в вашем интерьере. Давайте знакомиться и выбирать свои цвета, ведь вы можете комбинировать их между собой и тем самым создавать поистине эксклюзивные интерьеры. Итак, в моих руках нежность. Персика. Да. Пройдемте и посмотрим, какие же цвета у нас есть еще на выбор. Итак, начинаем со свежести интерьера. Для любителей гармоничных оттенков выбираем модификацию зеленый. Угу. Для любителей тепла выбираем модификацию светлый кирпич. Это мой выбор. Именно эта модификация украшает мою гостиную. Двигаемся далее. Для тех, кто следует модным тенденциям, выбираем модификацию сиреневый. Ведь именно сиреневый является цветом 2018 года. Итак, для любителей вкусных оттенков, стильных цветов, выбираем модификацию фисташковый. Так. Далее у нас опять тренд года 2018-го, модификация фиолетовый цвет. Я думаю, Светлана Воронцова уже бежит к нам за данной модификацией. Она попросила отложить ей фиолетовый. Я не удивлена, да, на самом деле. Ну что ж, у нас есть еще варианты, это не все. Серая модификация, хочу отметить, что обладает необычайным перламутром. Прекрасное решение для различных интерьеров. Любимый цвет английской королевы. Так. Подчеркните свой королевский вкус и выбирайте модификацию шампань. А, универсальная цветовая гамма прекрасно подойдет как базовый оттенок светло-серый. Далее, теплый цвет в вашем интерьере, модификация бежевый цвет. Посмотрите, тоже прекрасно для различных домов. Ну а для тех, кто хочет нести нотку свежести, нотку лета в свой интерьер, выбирайте модификацию салатовый. И сегодня салатовый мой выбор. Я хочу внести ярких красок в свой дом и в свою жизнь. Вот согласитесь, приятно прийти, ну, практически к друзьям в магазин и выбрать нужный цвет. Эксперт все расскажет. И самое главное, успеть в тот момент, когда цена действует максимально выгодная и больше никогда не будет такой. Берите прямо сейчас со скидкой почти 50%. Успейте забрать, пока цена действует прямо сейчас, и наслаждаться вот этой фактурой. Забирайте, наслаждайтесь, меняйте свою жизнь к лучшему. И сейчас узнаем у Катерины, как работает этот плед. Он же покрывало. Ну, знаешь, я вот уже выбрала себе. Я выбираю серый брату с папой. Я беру фиолетовый, мне он очень нравится. И мне еще нравится, как у тебя светлый кирпич. То есть я хочу взять три. Давайте познакомимся еще с двумя фактурами и на самом деле с уникальными свойствами этого покрывала шиншилла. Давай. Потому что это эко-мех, который был изобретен в 1929 году, и на самом деле уже дизайнеры модных домов всего мира перешли исключительно на эко-мех. Ага. Перешли на эко-мех, потому что именно он обладает уникальной степенью практичности. Ведь эко-мех, в отличие от натуральных мехов, не подвержен истиранию. Кать, ну здесь сразу вопрос. Ты говоришь, не подвержен истиранию, а вот я вот так приглашу тебя, друзей, на диван, который у меня укрыт этим пледом. И что, мне не позволяете им садиться? Так или иначе, он все равно помнется. Марина, ничего с ворсом не произойдет. Это уникальные технологии в мире текстиля за счет того, что вот это волокно надежно закреплено, плюс это микроволокна, они не стираются, и даже их выдернуть невозможно. Мы это проверим прямо сейчас в прямом эфире. Подходите, смотрите. С животными тишина. Подходите. Вы слышали? Да. А вот теперь посмотрите,
с ворсом ничего. Но и моя расческа абсолютно чистая. На ней не осталось ни единой ворсинки. Ведь это уникальные технологии. Такое покрывало будет служить вам, как и мне, более 5 лет. Настоящая пушистая бархатистая фактура. Вот он, ваш подарок. Причем на любые праздники налаживаем отношения с родственниками. Звоните прямо сейчас. Кать, отлично, разобрались с ворсом. Ну, а скажи мне, знаешь, у меня обычный плед был, я его постирала несколько раз, потом складываю, уголки не сходятся. И он, смотрю, вообще потянулся во все стороны. Слушай, Марина, на самом деле такая проблема бывает. Вот если вам знакома такая проблема, то с нашим покрывалом шиншилла такого не произойдет. Объясню почему. Так. Благодаря тому, что это волокно, оно очень эластичное, оно не теряет своей формы, оно имеет возвратный эффект. Оно очень хорошо тянется, но не растягивается. Посмотрите, я даже вот сильно буду тянуть, но ничего не произойдет. Это действительно уникальное качество. Это уникальные технологии, созданные японцами. Хочу отметить, это микроволокно, которое тоньше человеческого волоса в десятки раз, но при этом необычайно износостойкое. Подарите теплоту и уют своему дому, ну и, конечно же, роскошь. Роскошь каждой детали в размере, в двух фактурах, ну и, конечно же, в богатейшем мехе. Ой, какая красота! Это ведь идеально созданное покрывало специально для вашего дома, чтобы вам было приятно сесть, чтобы вам было пушисто, чтобы вам было красиво, чтобы вы укутали себя. Представляете, сидеть одной вечером дома скучно, грустно, а вот в такой атмосфере появляется уют. Далее, вы укутаете внуков, детей, ну и, конечно, наслаждайтесь красотой. Кать, а скажи мне, а если я и укрываюсь, и кладу в качестве ковра, и покрывала. Но, например, если я укрываюсь, не будет мне жарко? Нет, конечно же, не будет, потому что шиншилла уникальна тем, что обладает очень хорошей теплоизоляцией. То есть она принимает температуру именно вашего тела, и вы получаете благородное сухое тепло. Вам будет тепло, вам будет уютно, вам будет комфортно, и, что самое главное, вам будет необычайно нежно, ведь это уникальная нежность, но при этом и практичность. Это самая прочная нежность в мире. Я напоминаю, цвет, который сейчас в руках у эксперта, это цвет персик. Вот он, посмотрите, какой нежный, какой эффектный, двусторонний. Берите прямо сейчас. Берите несколько, таких цен уже не будет.